Всем привет, мои любимые подписчики. Сегодня прилетела интересная посылочка. Прилетели смарт-часы, по-моему, W90. Они имеют Bluetooth, 1,57, по-моему, экран. Должны прилететь в подарочной упаковке. Ну, давайте смотреть, что прислал нам продавец. Я заказывал в двух цветах. Заказывал в коричневом и заказывал в черном. Да, в подарочной упаковочке. Потому что можно заказать без упаковки, они будут дешевле. По-моему, у него же в лотах. Но я люблю всегда брать на обзор комплектацию полную, дабы показать, что можно получить. Так, вот так упаковано. Черный полиэтиленовый пакет. Обмотан скотчем, бульбашки никакой. И вот так они приходят, вот такой вот коробке. Басун W90. Наверное, пришли в коричневом. Вот краткие характеристики, что умеют данные часики. Есть WeChat. Вставляется симка. Поддержка microSD карточки. Кожзам ремень. Программа, забыл, как она называется, для связи с телефоном. Есть фотоаппарат, наушники, музыка, GPS-навигация. Звонить можно. Да, тут написано, вот, правильно сказал, WeChat, QQ. Ну, давайте открывать. И смотреть. Да, получил я в коричневом цвете. Инструкция. Полностью на китайском языке. А нет, есть и на английском. Сейчас существует масса программ. Наводите на текст, фотографируете, он моментально онлайн переводит. Поэтому проблем с переводом никаких не умеете. Спросите, я вас научу. Есть зарядная головка. Не пойму. Вот такая вот адаптер. Сейчас наведу резкость. Так, вот так, думаю, виднее будет. Дальше. Микро-USB кабель. Для заряда с удлиненным наконечником. Поэтому лучше не терять такие кабельки. Дальше. Вот такой вот разъем под наушники. Уши вакуумные. Микрофон имеется в наушниках. И непосредственно сами часики. Кожзам ремень. Запаха никакого. Очень приятный на ощупь. Смотрите, вот такая вот отстрочка. Транспортировочную пленку отклеиваем, и там на экране будет пленочка. Есть камера. Корпус у нас идет золото. Так, есть голограмма, что это оригинальные часы. Смотрите. Сейчас лампа словит. Так, короче, не будем морочить кукушку. Made in China надпись. Ну, давайте пробовать, может, не разрядились, пока долетели. Вот, пожалуйста, Android-система. Так. С левой стороны у нас есть заглушка для зарядки часов. Ну, давайте смотреть по экрану. Наверное, я вот так покрупнее сделаю план. Значит, настроечки. Так. Нет, давайте по менюшке пройдемся. Настройки. Настройки часов. Русские. Посмотрим, есть ли русский. Да. Как и обещал продавец, русский присутствует. Прокручиваем. Есть тема. Тема классическая. Автообновление в самолете, почерк. Другие настройки. Подсветка LCD есть. Стоит на полную. Смотрите, работает на полутыка. Качество изображения отличное. Так, назад. 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 Так, что мы имеем?
письма, входящие и исходящие. Это будут звоночки. Протестирую, обязательно покажу, как всем пользоваться. Есть шагомер, есть зона сна, по-моему, тут настраивается, сплю, не сплю, будильники можно установить, прикольно. Так, кнопка — это блокировки. Интересно, виды можно поменять? Часов, ну это я разберусь. Есть радио, можно позвонить. Цифры нажимаются мягко. Дальше. Давайте по настройкам разберусь по поводу громкости. Так, мелодии, общий звук на улице. Опции. Настроить. Вибрация и звонок. Тип звонка повторяющийся. Входящий звонок. Громкость звонка. Так, звонок один. Можно поставить свою мелодию. Громкость звонка максимальная. Мелодия сообщения. Так, громкость сигнала на всю. Вот мы настраиваем. Сохранить. Сохранить назад. Есть камера, карта памяти отсутствует, поэтому он не включается. Также есть музыкальные файлы, когда он подстраивается под телефон. Но сейчас телефон занят. Короче, очень много функций. Менюшка похожа на, по-моему, А1 часы, на айфоновские. Такой прикольный. Мне понравился. Эта кнопка, можно, по-моему, и выход с нее сделать. Ну что, тестирую, подключаю к телефону, это будет следующее видео. Хочу просто разобраться, можно ли поменять здесь часы или нет. Нет, по-моему, одни. Ну все, вот такие сегодня часы я получил. Полный комплект, подарочная коробка. Так что можете спокойно приобретать. Ссылка на проверенного продавца под видео, выслал быстро. Так что можете спокойно заказывать и получать, и пользоваться, получать наслаждение. Всем спасибо, пальцы вверх, остаемся со мной на моем канале, подписываемся, приводим друзей, ссылки на группу ВКонтакте и все ссылочки будут под видео. Всем пока-пока!